Может, Костю попросить? Или Перчика здесь оставить? Слушайте, я не знаю. Или... Точно! Нам нужно из Катюхи сделать бабу-ураган просто! Чтобы она всех воров, всех злодеев здесь раскидывала! Кто уже в курсе последних событий, мне скоро нужно будет уехать в Португалию на несколько месяцев. Катя здесь останется одна. Она будет следить за моим домом, который сама же мне подарила несколько серий назад. Но я не знаю, что сделать. Перчик вряд ли сам справится. Это вообще на самом деле самая ленивая собака, которая просто сидит, спит, храпит, жрет и какакундит. Извиняюсь за такие подробности, но каждый день вижу одно и то же. Кто еще? Костян? Костян контуженный давным-давно. Какой Костян? Единственный вариант — научить Катюху. Только в чем проблема? Ладно, давайте мы ее сначала позовем. Катеридзе! Иди сюда! Разобраться нужно будет. Дрифт! Катюха, вот дом, который ты мне подарила. Я знаю. В связи с событиями такими и всякими, то, что я в ближайшее время уезжаю, я назначаю тебя на ответственную должность охранника моего дома. Все похлопали в комментариях. Катя охранник с этого момента. Ты очень рада этому. Очень. Ну, учитывая то, что ты, ну, басенка еще та, на, ну, самая последняя на этой планете. Ну, ладно, ладно. Всего лишь 97%. Ну, басина на 3% уже профессионал. А, мне нужно научить тебя справляться с такими угрозами, как бандюганы, злые школьники, воры, мутанты, вампиры, зомби, вурдалаки, гиппопотамы всякие поющие. Неважно. Я умею. Ты не умеешь? Умею. Не умеешь? Умею. Когда? Ты меня учил. А, это я тебя учил справляться на самом начале, ты уже давным-давно все забыла. Да, да и тем более, ты знаешь то, что ты мне подарила дом в самом криминальном районе на этой планете. Я уже как бы его немножко обустроил, здесь у нас будет гостиная, здесь у нас будет вторая гостиная. Здесь третья гостиная? Нет, здесь у нас кухня. Ты уже... моя комната, моя комната. Я не знаю, где будет твоя комната, вот там мы, наверное, скорее всего, где-то. Неважно, короче. Моя комната вот здесь. Собака наша, Перчик. И вот. Вот. Здесь я ролики записываю, понимаешь? Ну да. Ну вот. Здорово. Так там же двухместная. Да, там двухместная кровать. Ну, сплю-то я там один. Ну, будешь спать со мной. Это кто тебе такое сказал? Я. Ну, кровать-то моя. Ну, там же два места. Но я ж тебе не разрешал. Ну, тебя-то здесь не будет. А-а-а. Ну, кстати, да. Поэтому делаем так. Идем на улицу, и ты прямо сейчас будешь сражаться с волнами монстров. Если ты справишься, я тебе в конце подарю небольшой подарок. Если не справишься, ну, значит... Ну, большой подарок. Значит, ну... Девушка у меня не очень, ну, в плане, в том плане то, что она, ну не может свой дом же защитить. Ты должен защищать. Так меня здесь не будет. Хорошо, тихо, ноль разговоров. Картеридзе. Ты готова? Да. Значит, приступаем. Ну что, Катюха, первая волна — это зомбари. Готова отбиваться? У тебя нет оружия, ты должна как-то отбиться. Ты вообще нормальный? Чего нормальный? Я как их всех убью-то? Подожди, ты мне купила этот дом, у меня нет ни одного оружия, я уже несколько серий подряд отбиваюсь просто обычными кулаками, обычными пальцами от воров. Вот давай, тебе такая задача, отбивайся, давай. Ой, сложно, наверное, сложно будет, ну ладно, нет. Только ты отвернись. Зачем? Отвернись, и я все сделаю. А еще что тебе сделать? Я давай, просто стесняюсь. Кого ты стесняешься? Стесняюсь, мне так удобнее. Тебя же не будет, мне ладно, надо давай, отбивайся, тебя. Хорошо. Что там пишешь? Я ничего не пишу, все нормально у меня. Долго? Не-не-не, ща, подожди. Сейчас. Вот сюда. Так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Что ты там делаешь, Кать? Оп. Ничего, сейчас, подожди, я убиваю. Ой! Ой, бьют! Помогите! 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 Ой! Ой, нет, подожди, сейчас. Ой-ой-ой, все, кажется, мне хана. Ой-ой-ой, все, можешь поворачиваться. Все? Да, все. Я убила всех. Смотри, никого нет. Как она это... Ай. Алмазный меч у тебя откуда? Скрафтила. Ты скрафтила, я тебе сказал отбиться от зомбарей 30 секунд назад. Как ты скрафтила?
Как ты его скрафтил? У тебя даже ничего нет в инвентаре, у тебя просто алмазный меч. В смысле? Ну, ты меня недооцениваешь, что ли? Слушай, пока... Так. Я развернулся. Я не видел, что там было. Напиши, пожалуйста, в комментах, как она это... Она реально скрафтила меч? Да? Она реально скрафтила? Ладно, походу, я просто... Слушай, ну, Я тебя, наверное, недооценил. Ночами сижу, играю, ты меня не учишь, я сама учусь. Ладно, хорошо, давай вторую волну тогда. Ага, ага, второй раунд. Опа! Воры! Воры! Ну тут я точно не справлюсь. Тут ты точно не справишься, тут тебе даже вот этот твой якобы скрафченный золотой, алмазный меч не поможет. Потому что воров ты просто так не убьешь, я с ними уже вторую серию защиты дома бабруюсь. Берешь, отбиваешься и посмотрим, как ты справишься. Хорошо, давай. Отвернись. Нет, я хочу посмотреть. Нет, я здесь буду одна. А мне нужно, кстати, логично, ты же здесь будешь поэтому одна. Давай. Ладно, давай, хорошо. Давай. Так, все, Катюшка выходит на охоту. Так, сейчас немножечко тут это самое. Ты там мне чайчик сделай пока, хорошо? Кого? А, чайчик, говорю, сделай. Какой мне. Чайчик? Чайчик. Там, не-не-не, подожди. Сейчас. Я готовлюсь. Чего? Говорю, чайчик мне сделай пока что. И все нормально будет. Бандитов, не-не-не, подожди, сейчас. Все, я и выхожу на охоту, я просто готовилась морально. Морально готовилась. Нет, все, подожди, убиваю. Ай, как больно. Ой-ой-ой, они меня сейчас убьют. А, все. Я могу разворачиваться, Кать? А-а. Я разворачиваюсь. Не-н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 е. Подожди, ты меня смущаешь, подожди. Подожди. Ну, в принципе, через секунду, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Можешь поворачиваться, все. Я всех убила. В смысле? Отодвинь. А где алмазный меч, это раз? Почему у тебя стак земли, это два? И откуда... Откуда у тебя пушка? Мне Селезнёв... Да тебе селезенку, походу... Селезенку тебе вырезали, наверное. И подарили. И ты за эти деньги себе пушку купила. Кать, почка на месте. Откуда у тебя автомат? Иван подарил. Какой Иван? Кто такой Иван Селезнёв? С соседней улицы. Какой сосед наш. Я его не знаю. А я знаю тебя. Откуда? Откуда у него пушка? Ну, мы познакомились с ним. Я ему сахарок дала. Он мне говорит, винтовку держи. Офигеть, сахарок на винтовку. Да. Я подготовилась. Чё, я тебя всех убью. Я защищу наш дом. Как? Как? Чё, будет еще задание? Ладно. Давай третью волну. Давай. Что она здесь делает? Терминатор в юбке недоделанный. Сейчас мы узнаем. Но не так все просто будет в третьей волне. Ну шо? Как вы думаете, она справится в этот раз, а? Не, в этот раз она не справится. Настоящая группировка... Чё? Ты Дуримонда? Настоящая группировка... Да нет! Что? Ну подписаться нужно и лайки поставить, ёпрсоты. Чё ты мне голову пудришь? Ладно, давайте сделаем так. Перед смертью Катюхи, потому что она сейчас не сможет с этими бандитами справиться. У тебя нет оружия, у тебя нет винтовки в этот раз, у тебя нет алмазного меча. Ты просто берешь и идешь умирать перед ногами у бандитов. Подпишись, пожалуйста, на канал. Это одна из последних серий этого сезона. И нам нужно научить Катюху защищать свой дом, пока я свалю в Португалию. Не, ролики как бы будут выходить каждый день, как они выходили. Но поставь, пожалуйста, лайкусик также, чтобы Катюха увидела и, возможно, тоже записывала ролики сама. Кто его знает, что Катюхе там в голову придет. Ты готова, мать? Давай. Давай. Только сейчас я не буду оборачиваться. Иди вали их. Давай. В смысле? Вот в прямом смысле. А у меня секретное оружие есть. Какое? Поэтому тебе нужно отвернуться. Что у тебя есть? Отвернуться нужно. Какое секретное оружие? Отвернись. Да не буду я разворачивать. Нельзя на это смотреть. Слишком слабонервный.
будешь. Ты, ты их так, наверное, по одному, как другому глаз вырвешь, да? Да, тебе нельзя на такое смотреть. Потом расскажу. А то сны плохие снятся, снится с ним, смешные будут. Ох, сейчас мне нужно подготовиться, немножко растяжечку сделать. Я же в детстве тэквондо занималась. Сейчас мы... Сейчас. Кого? Кем ты занималась? Да, тыквой. Тыквой мы занималась, тыквы сажала, в детстве выращивала тэквондо. Ой, подождите. Я могу наврать? Нет, подожди, ну дай подготовиться, в конце концов. В конце-то концов. Мне нужно растяжечку сделать небольшую. Ну, такую, знаешь, там это... Я понял. Физическая... Да. Физическая подготовка. Ну все, осталось совсем чуть-чуточку. Прям вот вообще маленечко-маленечко. Я вот уже почти подготовилась. Вот почти что... ну, как тебе сказать? В принципе... Можешь через секундочек так... 3, 4, 5, 6. Ну вот можешь почти поворачиваться. Вот где-то, да, вот. Ой, как тяжело. Все, мы поворачиваемся, да. Что за дичь? Да там мой кот разбирается с ними. Масик. Я его с собой просто взяла в карман. Он да я вижу. А, да. Что это за дичь? Это мой кот. Какой это, кот? Это Масик? Дичь. Он, да, он дикий, но... Он, это мой котик, он просто сражается ты смотри... с бандитами. Да. Ты он... смотри! Да, все, он всех убил. Молодец, мой котик. Люблю тебя. Давай, вылази. Вылази. Все, давай, иди домой. Все, молодец. Ты смотри, какой блатной потопал. Да, все, он пошел кушать. Ну что, я спасу твой дом, да? Откуда у тебя Масик сейчас был? В смысле, у меня уж 7 лет живет. Я вообще ничего не понял. То есть ты сейчас засумонила Масика? Масик перебил всех бандитов, а ты просто стояла, смотрела за... Да? Ты мой хороший котик. Я вот поглажу его. Да. Ой. Масик! Я тебя погладить хотел, дуримонда! Усатая! Катя его просто погладил, пускай он отстанет от меня. Масик, отстань! Дебил! Ты его прищемил! В смысле прищемил? Ты его... Все, Масик, отстань! Он меня в мой же дом не пускает! Масик! Ну смотри, он стоит вот там. Все, выйди на улицу! А, все, он меня больше не бьет. А нет, бьет! Так, все, пускай на улице ночевать будешь. Это мой котик. Подожди, я ничего не понял. Откуда? Зира. Угу. Закрой уши, пожалуйста, на секундочку. Закрой уши. Закрой. Ничего не слышишь? Ничего не слышишь? Катя, сосок гиппопотама. Ничего не слышишь? Ну вот и хорошо. Ребят, я открываю чат. В чате написано то, что она включала геймод, выключала геймод, включала геймод, выключала геймод. Сколько она раз за эту серию включала геймод? И она думает то, что вы мне ничего не расскажете, и она думает то, что я ничего не узнаю. Сейчас. Все! Все. Кать, сейчас я спасу всех. Вот. Ну, закрой глаза, сейчас у меня подарок будет для тебя. Это что за звук? А, сейчас узнаем. Открывай глаза, Катю. Ты чё, офигел, что ли? Ты знаешь, что это такое? Это ремень, Катерина, иди сюда! Это что такое? Ты думал то, что я не узнаю, что у тебя? Вот, значит, как, да? И как? Ты, то есть ты читеришь? Она читерила всю игру, всю серию. Весь сезон. В смысле весь сезон? В смысле всю серию только, всю серию. Она весь сезон читерила, и ты мне ничего не сказал. Я пошутила. Это неправда, застег. Я хотел тебе сделать нормальный подарок. Я хотел тебе, знаешь, что под... А что плохого? Я тебе сделал, хотел... Хотел... Нормальный подарок, пока я приеду, ты будешь на него смотреть. Но учитывая, что ты читерила, я тебе его не покажу. Покажи! Нет, знаешь, что я тебе сделаю? Вот это! Будешь на него смотреть!
все 3 месяца. А нормальный подарок я ей подарю, и тебе скажу, что за нормальный подарок тогда, когда приеду с Португалии. Знаешь, где мой нормальный подарок хранится? Где секрет? Здорово, перчик. В этом сундуке, суперсекретном, секретском, самом секретном сундуке на этой секретской планете. Ты никогда не узнаешь пароль. Потому что он состоит из 128 цифр. Перчик, если надо будет читерить, засраку ее кусай, не стесняйся, я разрешаю. Будешь на него смотреть. А нормальный подарок будет через 3 месяца. Или, ну, в следующем сезоне Анубика, короче, Катеридзе. Читерит она. И ты мне ничего не говорил даже. Ладно. Давай на этом мы будем заканчивать эту серию. Ну, Катю хотя бы молодец, то, что она умеет читерить. Тоже неплохо. Но надо учиться нормально в Майнкрафт играть. Читерство — это не выход. Читерство — это синдром. Какой? Дебила и отморозка. Все, Катя, ты наказана. Иди в угол. Иди в угол! А кто не поставит лайк, будет так же в угле стоять, как Катюха. Я шучу, конечно, Катюха сейчас просто постоит немножко и все, уйдет. Ну, надо же ее как-то наказать. Да, Катя? Стой там. Все, всем пока, смотрите на этого красавца. Опа!